Я Кудрявцев Алексей. Писали мы сегодня экзамен по русскому языку. Совершенно спокойно, даже не нервничала. Шпаргалки есть? Нет. Где шпаргалки? Все тут. Ну как на любом экзамене, так более-менее волнительно, так нормально, хорошо. Вообще ЕГЭ – это какой-то жизненно важный опыт для человека, вообще этап? Необходим он или… Ну, конечно, необходим, это первый экзамен. Не очень сложно, и обстановка довольно хорошая. Сегодня я написала экзамен по русскому языку, но скажу, что это было не слишком сложно. Ну, обстановка в классе хорошая, в принципе, не напряженно было. Преподаватели все добрые, все объясняют, все совершенно нормально. Камеры, камеры особо не напрягали. Что бы ты могла посоветовать людям, которые в следующем году будут в ЕГЭ? Читать много текстов по русскому языку и разбирать их.